Ставлю запись. Здравствуйте еще раз, я представлюсь, меня зовут Ольга, мне 36 лет, я мама двоих детей, в декрете уже нахожусь 10 лет, и сегодня мне поручено провести наше сегодняшнее мероприятие. Коротко поясню, о чем будет идти речь, да, и как оно будет происходить. 30 минут я буду вам рассказывать, чем мы здесь занимаемся, какие простые вещи нужно будет делать для того, чтобы заработать деньги. И сколько в перспективе мы с вами сможем заработать денег, используя наш инструмент, о котором сегодня не пойдет речь. Если вас эта тема заинтересует, если вам понравится наше предложение, будем вместе строить бизнес. Если нет, то на нет и сюда нет, как говорится. 30 минут полезной информации все равно лучше, чем смотреть телевизор. Согласны со мной? Поэтому давайте начинать. Смотрите, если у вас будет какой-то вопрос, вы его себе пометьте, и в конце у нас будет специальное время, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Если вас интересуют деньги, если вас интересует, как заработать деньги в интернете, не выходя из дома, если вас интересует, как заработать деньги из любой точки мира, то есть не быть привязанным ни к какой стране, городу и месту жительства, то вы попали в правильное место. Потому что сегодня именно об этом и пойдет речь. Я вам расскажу о новом сервисе, который называется Globox Web, который позволяет использовать самый ходовой товар в интернете, вот который мы все пользуемся, но ничего от этого не получаем. С этим сервисом, который появился совершенно недавно, всего лишь полгода назад, называется он Globox Web. С этим сервисом любой человек, неважно сколько ему лет, неважно где он живет, какой у него бэкграунд, да, чем он раньше занимался, любой, абсолютно любой человек сможет зарабатывать деньги в интернете, используя наш сервис и всего лишь мобильный телефон или компьютер, как кому удобно. Итак, что это за волшебный сервис, о котором сегодня пойдет речь? Сервис называется Globox Web, и он позволяет сокращать ссылки, то есть из большой, некрасивой, неудобной, длинной ссылки с помощью этого сервиса можно сделать короткую. Наверняка вы когда-либо слышали о таких сервисах, они существуют уже давно, больше 10 лет, вот как интернет плотно вошел в нашу жизнь, я уже не знаю, даже не представляю, что кто-то может не использовать интернет, не быть пользователем, не иметь какую-то там страницу в соцсетях. Все абсолютно люди, даже пожилого возраста, все являются пользователями интернета. Кто-то смотрит какие-то передачи, кто-то читает какие-то новости, кто-то ведет свои социальные сети, YouTube-каналы. То есть все мы с вами являемся пользователями интернета. И самый ходовой товар, еще раз повторюсь, это является ссылка. То есть адресная ссылка сайта, на который ведет на тот ресурс, который нам интересен. И вот вы знаете, я когда об этом услышала, об этом сервисе, я подумала, ну хорошо, сервис по сокращению ссылок, а я-то тут при чем? Я обычный человек, я не блогер какой-то, я не использую активно. Ну, то есть я просто потребляю контент, грубо говоря, да, мы все с вами что-то смотрим. Но оказывается, что любой человек каждый день использует ссылки. Мы с вами пересылаем друг другу какую-то информацию, делимся какими-то сайтами, какими-то рецептами, какими-то фильмами, и все это имеет адресную строку. Вот обратите, пожалуйста, внимание, я хочу, чтобы вы открыли глаза на это. То есть я раньше этого не замечала, я раньше этого не видела, что, оказывается, на этом можно зарабатывать. А теперь мои глаза открылись. Я вижу реальную возможность, которая вот валяется у нас под ногами. И с помощью этого сервиса, который появился, любой человек сможет зарабатывать деньги. Как это происходит? Вот такие сервисы по сокращению ссылок, они бесплатные. То есть когда-то, несколько лет назад, мне нужно было уменьшить ссылку, чтобы разместить ее на каком-то сайте. Я зашла в интернет, набрала
просто в поисковике «Как сократить ссылку», и мне выпал сайт Bitly. Это наш самый главный конкурент, так скажем. Это самый древний, старый сайт, сервис по сокращению ссылок, где вы можете зайти, вставить длинную ссылку, и он вам выдаст коротенькую. И вы ее будете использовать на своих ресурсах, там, где это необходимо. Так вот, оказывается, я-то думала, что это бесплатный сервис. Но нет, вы знаете, сервис по сокращению ссылок, который называется Bitly, зарабатывает миллионы долларов в месяц. Потому что если вам нужно воспользоваться этим сервисом единожды, да, вы ничего не заплатите. Но если вы постоянно работаете в интернете, постоянно выкладываете какую-то информацию, постоянно вам нужно экономить текстовое пространство, то есть это все печатные издания, которые выпускают свои журналы, да, в интернете. Это все телеграм-группы, которые публикуют постоянно какие-то новости. Это наши любимые с вами блогеры, инфлюенсеры, да, лидеры общественного мнения современные, которые влияют на свою аудиторию. Все эти люди, оказывается, пользуются этими сервисами по сокращению ссылок. И многие из них платят за это деньги. Какие деньги они платят? Вот этот самый известный сервис Bitly, их много, но вот один из самых главных, да, сервисов на этом рынке. Их услуги стоят недорого. $8 в месяц. Самый дешевый пакет, так скажем, да, и доходит эта цена до $300 в месяц. Как вам такой инструмент? И кто-то же за это платит, потому что на их сайте в открытом доступе, то есть открытая статистика, около миллиона платных пользователей. То есть кто-то, какие-то люди во всем мире платят этому сервису такие деньги. Но я убеждена, что вы, то есть мы с вами все, ни разу, нигде не видели рекламу сервисы по сокращению ссылок, например, Bitly. Согласны со мной? Ни разу никто нигде этот сервис ни разу не рекламировался. Ну, вот так вот по телевизору, как Coca-Cola, например, да, рекламируется, или баннер где-нибудь бы висел. Bitly, сокращение ссылок. Нет. Как же тогда так происходит, что у этих сервисов такая большая база клиентов, которые приносят им такие деньги? От $8 в месяц и до $300 стоимость пакета. А я вам скажу, кто это. Это те люди, которые и пользуются этим сервисом. В основном на сегодняшний день это блогеры. Я раньше не видела, не замечала, что блогеры используют этот сервис Bitly и другие похожие сервисы. Они являются пользователями, даже, может быть, бесплатными. Но когда они в своем описании, например, на YouTube под видео, сейчас я вам покажу, ставят эту ссылочку Bitly, то название само за себя говорит. То есть ссылка уже брендирована, уже там написано Bitly. И когда человек это видит, это и является рекламой этого сервиса. Вы представляете, как придумано ловко? Просто человек использует этот сервис и рекламирует его. И ничего за это не получают. Причем этими сервисами пользуются очень крупные блогеры, которые привыкли за любую рекомендацию получать деньги. А в этом случае Bitly им ничего не платит. Так вот, Globox Web пошел по другому пути. Во-первых, наша цена этого сервиса $33 на год. То есть меньше $3. И у вас будет неограниченное количество ссылок, которые вы можете сократить. И плюс еще там много разных инструментов, как статистика, как брендированная ссылка, как графики переходов. То есть все, что необходимо для пользователя, в нашем сервисе есть. То же самое, что есть в Bitly, только он стоит несколько раз дешевле. И у него еще есть и партнерская программа, которая позволяет любому человеку, рекламируя этот сервис, зарабатывать деньги.
Сейчас я вам покажу, что же это за сайт такой Bitly, да, что же это за ссылочки и кто им пользуется, чтобы вы понимали, о чем идет речь, чтобы вы вместе со мной увидели, как это происходит. И теперь, когда вы будете в Ютубе, например, смотреть своих любимых блогеров, вы теперь будете обращать внимание на то, что они пользуются этим сервисом и ничего не получают, ничего не зарабатывают. Вот смотрите, вот YouTube-канал одной известной девушки. Зовут ее Ксения Собчак. У нее 3,5 миллиона подписчиков, представьте. Это ее YouTube-канал. Она выкладывает разные интервью, новости, к ней можно по-разному относиться, это личность очень спорная, но тем не менее у нее есть огромная аудитория, которая смотрит, понимаете, смотрит ее YouTube-канал. И что мы видим вот в описании под ее роликами? Вот она, это ссылка, Bitly. Здесь она рекламирует какой-то, значит, у нее тут продукт на рекламу выставлен, и он спрятан под этой ссылочкой. Для чего это сделано? Для того, чтобы рекламодатель, который заказывает рекламу дорогую у Ксении Анатольевны, я думаю, что она стоит от там, несколько тысяч долларов за такой ролик и больше, чтобы рекламодатель видел, а сколько же переходов было по этой рекламе. Какой профит нам от того, что мы ей заплатили и рекламировались у нее? Стоит ли у нее еще раз заказывать рекламу? То есть там есть статистика у этого сайта Bitly. Точно так же, как и у Globox.tv. Но дело в том, что Ксения Анатольевна за то, что она размещает эту ссылку и рекламирует вот этот сервис Bitly, понимаете, она ничего за это не зарабатывает. Человек, который захочет использовать сервис, Bitly зайдет на сайт Bitly, зарегистрируется, оплатит свой аккаунт там, за $8 или за $300 или за 35, там разные есть варианты. И Ксения Анатольевна с этого ничего не заработает. По-моему, это несправедливо. Если ты что-то рекламируешь, ты должен зарабатывать с этого процента. Так устроено, в принципе, должно быть во всем мире на любом продукте. Потому что реклама стоит денег. Вот еще один блогер. Посмотрите, пожалуйста, он, значит, рассказывает о мобильных телефонах. Обзоры проводит смартфонов и разной техники. И у него точно так же. Вот они все вот эти вот ссылочки, видите, они короткие, они сокращенные с помощью другого сервиса, не Bitly. Но здесь у него также есть этот сайт. Bitly. То есть, о чем это говорит? О чем это говорит? О том, что люди пользуются, блогеры уже пользуются такими сервисами. Они уже являются клиентами этих сервисов. То есть рынок уже сформирован. Все, что нужно нам сделать, это предложить этим людям, постоянным пользователям, альтернативы. Не нужно пользоваться Bitly, иностранным сайтом, который вам ничего не платит. Пользуйтесь нашим отечественным Globox.tv, который подумал о простых людях и платит за рекламу своего сервиса. Итак, я вам сейчас немножко порисую, да, как происходит у нас вознаграждение за рекламу, чтобы вам было понятно. Смотрите, значит, Globox.tv. Новый сервис, который стоит $33 на год. Только $33 на год. Это единожды оплаченный аккаунт, который позволяет вам сократить неограниченное количество ссылок. Но если по вашей рекомендации человек покупает такой аккаунт, вам Globox.tv выплачивает за рекламу деньги. Так и должно быть. $10. То есть вот я когда об этом сервисе узнала, я подумала, а что я могу, как я могу зарабатывать, если я, например,
ну, я не блогер, да, мне не нужно, например, сокращать ссылки. Я не знала, что у нас есть еще один очень важный инструмент, о котором я позже расскажу. И мне объяснили, что, ну, смотри, ты же можешь стать рекламным агентом Globox Web. Для того, чтобы этому сервису подвинуть битли на рынке, да, нужно как-то соперничать. Нужно предлагать конкурентоспособный, интересный инструмент. Нужно как-то людей заинтересовывать. Как это можно сделать? Можно, ну, устроить массированную рекламную акцию, да, чтобы все знали, то есть там, не знаю, заказать в Гугле, в Яндексе, на YouTube, у разных блогеров, заказать рекламу, заплатить им кучу денег, и тогда твой сервис будет на слуху, да, то есть пройдет какое-то время, и начнут пользоваться. Сейчас же о нем никто не знает. А можно пойти по-другому, грамотным способом, заинтересовать людей, самих обычных пользователей, чтобы они рассказали своим друзьям, а те своим друзьям, а те своим друзьям. Знаете, что это такое? Это сарафанное радио. На сегодняшний день маркетологи признают, что самый быстрый рост за счет сарафанного радио. Это когда информация переходит от человека к человеку, от человека к человеку. И таким образом весь земной шар узнает о каком-то продукте. Вот то же самое. А как заинтересовать человека? Надо просто поделиться своей прибылью. Просто это вообще гениальное изобретение. Просто поделись, не будь жадным. Не захапай все, как битли. Человек пришел по твоей рекомендации, купил аккаунт за $8 у битли, и битли эти $8 забрал. А человеку, который порекомендовал битли, ничего. Разве это справедливо? Нет, это несправедливо. И поэтому, если по вашей рекомендации кто-то покупает такой аккаунт Globox, да, за $33, вам тут же, в ту же секунду, на ваш электронный кошелек в системе Payeer или в AdvoCash, мы пользуемся сейчас вот этими кошельками электронными, ваш личный кошелек приходит $10. Продали вы 1000 таких аккаунтов, вы получите 1000 раз по $10. Продали 3 раза, $30 получите. То есть за каждый проданный аккаунт у вашей рекламной акции, да, то есть когда вы рекламируете Globox Web, вам приходит $10. Настоящих долларов. Не каких-то электронных денег, там типа, знаете, криптовалюта, какие-то коины, какие-то там поинты, какие-то баллы. Нет, нет, нет. Настоящие, живые доллары, которые вы тут же можете вывести на свою карту и снять в банкомате те деньги, в какой стране вы находитесь. Так как это у нас интернет, так как мы работаем по всему миру, у нас валюта $33, как бы для всего мира, чтобы было удобно. Там уже дальше каждый меняет на свою валюту в своей стране, где вы живете, и пользуетесь заработанными деньгами. Но это еще не все. Понимаете, вот это называется активный доход. Когда вы, если работаете, если вы рассказываете об этом сервисе, и человек покупает по вашей рекомендации, вам платят $10. Но я думаю, что все мы заинтересованы уже, наконец-то, найти какой-нибудь пассивный доход. Потому что умные люди, такие как Уоррен Баффет, например, они говорят, что если ты не найдешь способ зарабатывать деньги, пока ты спишь, ты будешь работать, пока не умрешь. Понимаете? Если мы делаем ставку в своей жизни на зарабатывание денег активным способом, мы вкладываем время, мы вкладываем свои усилия, мы вкладываем деньги в обучение, и потом приобретаем какую-то профессию, которая приносит нам деньги только когда мы работаем, например, если мы парикмахер, да, вот пока мы красим волосы, пока мы стоим с клиентом, мы зарабатываем деньги. Как только мы на больничном, мы не зарабатываем. Понимаете, о чем я говорю, да? Так вот здесь Globox Web еще и позаботился о том, чтобы человек наконец-то нашел и смог построить себе пассивный доход. О чем я говорю?
Наша партнерская программа, которая учитывает 8 уровней взаимосвязи от человека к человеку. Я рассказала Маше, Маша рассказала Пете, Петя рассказал Дале и так далее на 8 уровней. Со всех этих 8 уровней вам Global Web будет выплачивать деньги. То есть $10 с первого уровня, со второго уровня будет $2, с третьего уровня будет $2, с четвертого, пятого, шестого, седьмого по $2. Казалось бы, небольшие деньги, какие-то смешные просто деньги. И с восьмого уровня у нас будет $7. Но это чистый пассивный доход. О чем я говорю? Вот смотрите, я когда узнала об этом сервисе, мне потребовалось 2 недели для того, чтобы я вообще въехала, поняла, разобралась, о чем идет речь. Я не понимала, я не видела эту возможность. Никак я не могла это к своей жизни как бы присоединить, да? Но когда вдруг у меня открылись глаза, я поняла, что рынок есть, нужно просто вот Ксении Собчак нужно рассказать, что пользуйся, поддержи отечественного производителя. Не Bitly используй, а используй GlobalXWeb. У тебя 3,5 миллиона подписчиков. Если хотя бы 10% подключится, ты же за каждого получишь $10. Но самое интересное начинается дальше. Все люди хотят зарабатывать деньги. Все люди могут прорекламировать такой сервис и тоже заработать деньги. И тогда будут у нас цепочки от человека к человеку. Я пригласила Машу, к примеру. Мне GlobalXWeb заплатил $10. Маша говорит, а что мне делать? Я тоже хочу зарабатывать. Пожалуйста, рекламируй GlobalXWeb. И она уже рассказывает своим друзьям. И я уже не знаю этих людей. Но мне... Так как это все в электронном виде, у нас все посчитано, все взаимосвязи, отцифрованное сарафанное радио, понимаете? Каждый человек в системе занимает свое место, и его видно, откуда кто идет, кто по цепочке за кем стоит. И получается, что я получаю в пассивном режиме деньги. Вот я сейчас болела неделю. Я болела так, как никогда в жизни. Я лежала просто, я не могла не то, что там бизнесом заниматься. Я разговаривать не могла. Неделю. Ну, за эту неделю я $150 заработала. Мне на кошелек, на телефон, на мой электронный кошелек пришли деньги. Откуда? Каким образом? Я же ничего не делала, никому ничего не рассказывала, даже ссылку не могла отправить, так мне было плохо. Но мои люди, которым я рассказала до этого, и которые строят бизнес себе, понимаете, они заинтересованы в своих заработках, они не останавливаются, и они рассказывают своим людям. А те своим людям, а те своим людям. На сегодняшний день, вот 3,5 месяца, я занимаюсь этим бизнесом. Я начала, как сказать, бизнесом. Я 3-4 часа максимум в день уделяю этому. Просто рассказываю, отправляю видео, приглашаю на презентацию, вот на такую же, своим знакомым и незнакомым людям. Всем вокруг, с кем-то познакомилась, рассказала. Всего лишь 6 человек. Первый месяц я подключила 6 человек. На сегодняшний день в моей группе почти 800. Представьте, 800. Я их разве сама пригласила? Нет, это сделали уже мои люди. И люди людей, и люди людей, и люди людей. И так мы покроем весь земной шар. Понимаете? Потому что от человека к человеку в разных странах это интернет, у нас границ нет. Ссылка улетела, человек посмотрел, сказал, о, интересный сервис, я буду этим заниматься. Подключился, тут же тебе $10 пришло. А мне со второго уровня $2. Или это мой 4 уровень, мне $2. Или это мой 8 уровень, мне $7. Плюс у нас есть еще бинарная система вознаграждения, о чем у меня нету сейчас времени рассказывать. Более подробно я расскажу об этом на тренинге. И вот эти вот деньги кажутся такие маленькие. Но если посчитать в геометрической прогрессии, если всего лишь каждый человек подключит в этот бизнес 4, всего лишь 4 своих знакомых или незнакомых, а те по 4, то
то к восьмому уровню у вас в группе будет около 80, там что-то, 82 тысячи человек. Общими усилиями. 4, по 4, по 4, по 4, 82 тысячи человек. И если все эти люди купят такой аккаунт, знаете, сколько вы заработаете? $500 000. Это простая арифметика. На сайте у нас есть все расчеты. Сейчас вот мы на тренинге будем это разбирать, я покажу. Сейчас мы будем заканчивать, а в 16 часов я буду проводить обучение и буду подробно рассказывать план, как заработать эти деньги. Вы скажете, ну так не бывает, вот чтобы идеально 4 по 4 и вот все вместе. Ну хорошо, пусть будет 10%. Всего лишь 10%. 50 тысяч долларов заработать за год. Абсолютно реально. На чем? На самом ходовом товаре. Еще я не сказала важную вещь, ведь у нас же не просто сервис по сокращению цен, а это еще также сервис для получения клиентов в ваш бизнес, если у вас такой есть. Например, мы живем в Турции, мы переехали несколько лет назад сюда, и мой муж начал свое дело с нуля. Он риэлтор, он стал развивать свой YouTube-канал, показывать на нем квартиры, которые можно приобрести в Турции. Мы живем в Алане, в курортном городе, в шикарном, на побережье Средиземного моря. Шикарный у нас климат, супер фрукты, овощи, горы вокруг. Ну, в общем, погода, природа, пальмы. Вообще, ну, сказка. И он начал свой YouTube-канал с нуля. На сегодняшний день у него там 27 тысяч подписчиков. Вы не представляете, какой титанический труд ему потребовался для того, чтобы развить этот метод. Он говорит, если бы у нас был такой инструмент, как Globox Web, потому что, оказывается, с помощью Globox Web вы можете любую ссылку, которую вы отправляете в мир, когда вы делитесь какой-то информацией со своими друзьями и знакомыми, вы можете к этой ссылке присоединить свой бизнес. Как это выглядит? Вот представьте, почему вот эти вот блогеры, они настолько богатые, можно так правильно сказать, они богатые люди. Чем больше у них подписчиков, тем больше у них просмотры их видео, тем больше у них рекламные контракты. Это очевидно. Чем больше ты популярный, чем больше людей тебя знают, тем больше денег тебе готовы заплатить рекламодатель. А кто построил им эти соцсети и YouTube-каналы? Как вы думаете, кто? За счет кого они так раскрутились? За счет нас с вами. Потому что в каждом видео блогер говорит, поделитесь моим видео со своими друзьями. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. И в тот момент, когда вы нажимаете стрелку под видео в YouTube, например, да, и отправляете своей подружке рецепт какого-нибудь новогоднего салата, в этот момент вы бесплатно, за даром, за ноль, вообще ноль, вы рекламируете этого блогера. Сколько таких видео вы отправили своим друзьям за всю свою жизнь использования интернета? Вы сделали этих людей богатыми. Мы с вами сделали. Мы их прорекламировали. И ничего за это не получили. Разве это справедливо? Нет, несправедливо. С помощью Globox Web вы можете каждый раз, копируя какую-то ссылку, когда вы хотите поделиться со своими знакомыми, вы можете присоединить сайт своего бизнеса. Например, вы занимаетесь, вот как мой муж, недвижимостью. Я так и делаю. Я теперь так и делаю. Я кому-нибудь отправляю какую-то информацию, какую-то статью, или книжку, или фильм, или какой-то, не знаю, полезный контент, или смешной развлекательный контент, неважно. Я не просто отправляю ссылку вот эту прямую, например, с YouTube. Я всегда ее сокращаю в своем бэк-офисе и добавляю YouTube-канал моего мужа. Недвижимость в Турции. Дом за бугром называется, так его канал. И все. И теперь эта ссылка, она становится волшебная. Она моя. Я таким образом рекламирую своего мужа, отправляя какой-то полезный контент человеку. Человек смотрит, о, интересно, и отправляет, например, своим друзьям. Но когда он заходит в свой браузер и нажимает кнопку «Назад вернуться в мессенджер», он видит сайт «Дом за бугром».
Там может быть ваша информация, любая, любой бизнес, ваша какая-то компания сетевая с вашим классным продуктом, или ваш какой-то бизнес на земле, ресторан, социальная сеть, YouTube-канал, Telegram, все что угодно, все, что имеет адресную строку, может быть таким образом прорекламировано. Раньше вы получали ноль за то, что вы делитесь информацией, а мы все с вами делимся информацией каждый день. Раньше мы просто там что-то рассказывали, да, там по телефону с кем-то там о чем-то разговаривали, делились. В ресторан сходили, поели классный бургер. И на эмоциях мы такие люди все, мы все делимся. Своим друзьям говорим, вот мы туда ходили, а где это? Да, улица такая, дом такой. А сейчас же это не так происходит. Сейчас мы сходили в ресторан, что-то вкусное поели, своим друзьям рассказываем, они говорят, кинь ссылку на социальную сеть или на адрес. Кинь ссылку. Вот что мы с вами делаем. Мы рекламируем все время, постоянно другие различные бизнесы. И ничего с этого не зарабатываем. Ничего. Ноль. Но с помощью Globox Web всего лишь за $33 в год. За $3 в месяц. Это меньше чашки кофе. Вы получаете инструмент, который неограниченное количество ссылок. Всю информацию, которую вы отправляете в мир, вы можете сделать ее рекламной, рекламой своего бизнеса. А как известно, что без рекламы деньги может делать только печатный станок. Тот, кто рекламирует бизнес, тот и зарабатывает. Мы с вами все ходячие вот эти вот бигборды рекламируем что-то все время. У нас какой-то лейбл здесь написано «Prada», да? Вот мы и реклама «Prada». Или мы идем из магазина с пакетом «Ашан». На нем написано. Мы рекламируем Ашан. Так это устроено. По идее, эти производители должны нам доплачивать за то, что мы рекламируем их бизнес. А мы с этого ничего не получаем. И только с помощью Globox Web в интернете, по всему миру, теперь мы сможем получать хоть какую-то выгоду. Человек, посмотрев этот контент или зайдя на сайт, который вы ему отправили, потом увидит ваш бизнес. Но самое интересное, что эта же ссылка будет гулять в интернете. Она пойдет от человека к человеку, и вы получите клиентов из воздуха, из ниоткуда. Просто дополнительных людей. И попадая к вам на сайт, может быть, вы оказываете какие-то услуги, может быть, вы учитель английского языка и преподаете в интернете. Человек смотрит вашу социальную сеть, о, случайно выпал, надо же, интересно, мне как раз нужен был английский. Подпишется на вас и потом станет вашим учеником. За $33 в год у вас такой интернет-ресурс. Либо можно рекламироваться. Платить деньги Гуглу, Яндексу, Таргету, нанимать SEO-специалистов, которые будут осваивать ваш бюджет. И чем больше вы заплатите в рекламу, тем лучше для них. А будут клиенты или нет, это уж там, ну как пошло, знаете, не всякая реклама заходит. Поэтому мое время подходит к концу. Я хочу вам сказать, что сейчас в 16 часов у нас будет тренинг. Я понимаю, что этой информации недостаточно для того, чтобы сразу все понять. Да? Я хочу еще, чтобы у нас здесь партнеры, вот очень важно, написали, люди, которые здесь уже зарабатывают, если вы хотя бы заработали $10 или $2, напишите, пожалуйста, свои результаты, потому что это очень важно. Я вот за 3 месяца заработала 2000 долларов. И я считаю, что это потрясающий результат, учитывая то, что у меня не было никакого специального опыта. Мне не потребовалось никакого образования, потому что сократить ссылку – это элементарно. Причем у нас есть инструкции, видео мы уже сделали для удобства. И самое интересное, что я могу уделять этому времени столько бизнесу, сколько я в данный момент хочу, понимаете? И я никому не привязана. У меня нет ни начальника, ни каких-то планов. Неважно, где я работаю, на пляже или в кафе с ребенком, пока он там играет в детской комнате, я могу зарабатывать деньги. Каким образом? Рекламируя Globox Web. Если у вас нет своего бизнеса, вы можете рекламировать Globox Web и зарабатывать вот такие деньги. Вот партнеры пишут. $80 за 14 дней. Здорово. За 1,5 месяца заработала $168.
отлично. $20 за неделю, супер. $10 я только начала. Отлично, Марина, поздравляю вас. За 3 дня $20, супер. $32 за 3 дня, Светлана, поздравляю. Это такие первые результаты, понимаете? Потому что мы только начали. У нас всего-то человек, там, если есть 2000 максимум, по всему миру, представьте, абсолютно, абсолютно голый рынок, никто не знает об этом инструменте. Тот, кто сейчас заходит на данный момент, в дальнейшем, если он будет использовать этот инструмент, если он будет рассказывать другим людям об этом инструменте, он 100% преуспеет. Знаете почему? Потому что деньги платятся в ту же секунду, как только в вашей структуре кто-то покупает себе аккаунт. Не завтра, не послезавтра. Мы уже отладили этот механизм, мы знаем четко, что он работает, и вот люди подтверждают своими заработками, что деньги начисляются. Абсолютно прозрачная система. И они не хранятся в системе Globex. То есть не будет такого, что, знаете, когда заходишь на сайт своей компании, у тебя там в этом бэк-офисе лежат $1000, ну, цифры, да, а бэк-офис недоступен. Или компании больше нет на рынке, потому что руководители решили, что им достаточно денег они уже собрали, и поэтому им пора уже отдыхать уже. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть деньги начисляются сразу к вам на кошелек, который под вашим именем, под вашим паролем, и вы можете распоряжаться ими в эту же секунду. Еще результаты. $144, $174, не напрягаясь, не выходила из дома, по сути, еще не начала в полную силу. Супер, Людмила, вы молодцы. $98 за месяц, Гузель, отлично. Как начать с нуля долларов? Как начать с нуля долларов, мы поговорим на тренинге. Сейчас в 16 часов будет у нас мероприятие. Туда попадают только те, кто зарегистрировался. Если вы пришли сюда первый раз на эту конференцию, и вы впервые, да, слышите эту информацию, обратитесь, пожалуйста, к тому человеку, который вам прислал эту ссылку на конференцию. Он вам поможет зарегистрироваться. И в 16 часов вы сможете прийти на тренинг, где мы обсудим, как заработать $500 за год. Если вас такие цифры интересуют, регистрируйтесь, это бесплатно, и приходите на сегодняшнее мероприятие. И там я отвечу, кстати, на ваши вопросы, если уже они у вас будут. Все, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание, я буду с вами прощаться. В 16 часов я жду вас на обучении. До свидания.